В этом видеоруководстве мы с вами рассмотрим, как сдать письменную работу. Для этого давайте перейдем на любую из недель. Переходим к первой учебной неделе. У вас может быть это другая учебная неделя. Нажимаем на кнопку «Материалы учебной недели». Выбираем письменное упражнение. И нажимаем на ссылочку «Письменное задание». Мы с вами видим «Добавить ответ на задание». Нажимаем на нее. Очень часто мы должны будем сдавать с вами работы в виде файла. Такие документы, как Word, скриншоты, графические файлы. Как же нам их правильно загрузить? Если мы отправляем ответ в виде файла, то нам необходимо нажать на эту иконку. Нажимаем на нее. И мы с вами видим такое окно. Нажимаем «Загрузить файл». Нажимаем на кнопку «Обзор». Мы с вами выбираем письменное задание 1. У вас это может быть абсолютно любой другой файл. Нажимаем «Открыть». Мы видим, название файла отображено. Нажимаем кнопку «Загрузить этот файл». Наш файл загружается. Итак, наш файл загрузился. Мы с вами его видим. Итак, нажимаем «Сохранить». Нажали «Сохранить». Но еще это не отправленный файл. Сейчас он у нас является как черновик. Теперь необходимо этот файл отправить преподавателю. Нажимаем уже на следующую кнопку «Отправка заданий». Нажимаем на эту кнопку. Дальше мы читаем сообщение, что мы не сможем больше отредактировать это задание. Изменить свой ответ мы больше уже не сможем. Поэтому мы нажимаем на кнопку «Продолжить». Все. Наш файл успешно отправлен. Теперь преподаватель о нем узнает. На этом отправка задания завершена. Спасибо за внимание.